Привет, коты, либертарианцы, анархисты. Обзор небольшой еды, алкоголя. Мэнкетчер спешл. Ну, это российский виски, потому что 460 код. Видите? Но это виски все-таки. Эдинбург, пластиковая бутылочка. Отлично, мне нравится. То, что пластик. Сколько лет? Как мелко написано. 5 лет. Ну, неплохой, немножко горчит. Претензий нету. Он стоит подороже, кстати. Это 200 грамм. Учтите, это 250. Этот 250, по-моему, рублей. А может быть 300 уже. А этот 300-350. Так, ладно. Сыр. Отличный сыр. Ландерс. Кетчуп. Стебель бамбука. Хороший кетчуп. Макароны Федеричи. Цельнозерновые. Зерновые. Отвратительные. Мне не понравились. Соки всякие разные, около 100 рублей. Ну, такой средненький, на троечку. Ничего не могу сказать. Корм для кошек, хороший корм. Ну, кошке нравится. Кому-то какой-то, может, не нравится, какой-то нравится. 100-150 рублей. Написано вот даже с подушечками. Так. Фактически все пока что. Так, икра отборная красная. Да, как бы снять-то тяжело с приближением. Москва. Опять Дмитров. Видите, не икра, икорное изделие с добавлением икры семейства. Икра зернистая, семейство лососевых. В общем, добавки. Ну, видите, икорное изделие. Икорное рыбное изделие. Какой-то процент икры, так что здесь, горбуша, да. Ну, половина крахмалов каких-то стоит рублей около 200, наверное, вес 95 грамм. Ну, на любителя. Это и не подделка, и не икра, можно сказать. Икорное рыбное изделие. Так, что, на чем закончим? Вот, бухлишком обложим, икрой. Все, всем пока. Слава либертарианству, анархизму, котам. Пока, коты. Это был кот. Небольшой обзор еды.